Сегодня мы проводим очередной открытый турнир по смешанным единоборствам и по грэпплингу Cars FC 9. Девятый раз собираемся тут, внесли немножко изменения, то есть новинки. Помимо параллельно с ММА мы делаем еще и грэпплинг, раздел грэпплинг. Турнир носит открытый характер. Тут есть еще новинка. На этом турнире мы внесли особую возрастную категорию 18-21, где будет отбор. Победители отбора будут участвовать в серии турниров профессиональных по смешанным единоборствам под названием «Молодые таланты Азии и Европы», которые организовываются Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. То есть победители поедут туда, либо в Махачкалу, либо в Москву. Сегодня выступил на турнире по правилам грэпплинга. Была одна схватка, достойно одержал победу. Выступал по грэпплингу, потому что хотел проверить свои силы именно в борьбе. Очень хочется победить, потому что победитель будет принимать участие на турнире, который будет проводиться под эгидой Хабиба Нурмагомедова. Наша федерация контактных единоборств сегодня на этом турнире привезла небольшое количество спортсменов. В основном это дебютанты, которые практически получают этот опыт первый раз, то есть именно в смешанных единоборствах. Ну, нам тут нравится, то есть это бесценный опыт, который бы спортсмену обязательно нужен. Спортивный клуб «Карс» пригласил Федерацию славянской борьбы поучаствовать в сегодняшнем мероприятии. Мы выступили в разделе «Грэпплинг» и дебютировали в ММА. Федерация славянской борьбы, мы берем корни из джиу-джитсу и ударной техники, пытаемся сочетать лучшее в мире боевых искусств. Сегодня детвора заняла призовые чемпионские места по грэпплингу и также очень хорошо дебютировали по ММА. Тоже есть чемпионы у нас. Очень отличное мероприятие. Спасибо большое организаторам. Будем дальше участвовать в данных соревнованиях. Всем успехов и спортивных больших побед.